Галочку – это обычное пение. Это означает сангит. Соблюдается ритм, соблюдается мелодия. Стараются петь правильно, выговаривая слоги, но при этом не погружая свое сердце в настроение этой песни, этой баджаны, этого ачария, не пытаясь служить ему, его киртану в момент пения. То есть, проще говоря, без концентрации, без молитвы, без веры. Когда мы поем ради исполнения формальных своих обязанностей, то обычно нет дела ни до качества, ни до количества. Просто исполняется, пропеваются буквы баджана. То, что касается пения от сердца, оно отличается тем, что преданного интересует все. Вишванат Чакраварти Тхакур в Мадхури Кадамбини говорит о том, что преданный, когда более поверхностен, его интересует внешняя форма исполнения. И он будет дотошен до того, как исполняется, когда исполняется, насколько пунктуально это делается. Потому что пунктуальность – это очень важное качество, которые ценят божества. Есть две вещи, которые очень любят божества. Это пунктуальность и чистоту. То, что касается пения от сердца, оно может быть не связано с качеством, количеством. Тот преданный, который достигает стадии ручи, погружаясь в глубину, он даже плохое исполнение приветствует. И он принимает действительно сердцем, а не разумом или духом ответственности. Но еще выше, об этом не упоминает Вишванат Чакраварти Тхакур, это когда преданный поет и от сердца, и следит за качеством. То есть все для него имеет значение. И когда преданный понимает, что он поет баджан ачарьев, то тогда все, что может помешать ему, что внешне, что внутренне, это с одной стороны для его сердца не так важно. Но с другой стороны, ради служения ачарьям, ради служения баджанам, которые они оставили, он будет следить за всеми нюансами и всеми деталями, реагируя на то, на какую мелодию поется, на утреннюю или вечернюю, реагируя на правильное произношение, потому что он думает о том, будут ли божества счастливы или нет. Если в сердце нет такого умонастроения, то тогда будет пение на галочку, ради галочки. То есть лишь бы исполнить свои обязанности. И такое отношение, оно приведет к тому, что преданный будет развиваться жизнь за жизнью. До тех пор это может длиться миллионы рождений. И снова будет человек встречать старость, болезни и смерти раз за разом, до тех пор, покуда не поменяет своего отношения. Поэтому преданному в первую очередь необходимо понять важность пения баджанов в духе служения гуру парампаре. Если это будет в духе служения каништа-адхикари или в духе служения своему ложному эго, то параматму не обманешь. Господь в сердце, он будет очень ясно все видеть, гораздо лучше, чем мы сами себя будем убеждать, что мы якобы исполняем свои предписанные обязанности. На самом деле, исполнение обязанностей должно подразумевать такое исполнение, которое будет учитывать, что Господь является непосредственным свидетелем всех наших поступков, действий и всего того, что связано со служением, искренним служением Шри Кришне и
Чайтанья Махапрабху. Поэтому очень важно нам отходить для ускорения своего духовного развития от формальностей. Как Бхактивидан с вами в комментарии на 9.3 Бхагавадгиту, он говорит, «Каништа Адхикари служит ради проформы». То есть его служение – это чистой воды формализм. И пока он делает это, иногда пренебрегая как внешними, так и внутренними вещами, связанными со своей, с его севой, а также с пением баджанов, когда он пренебрегает этим, то это будет сразу заметно. Он не будет радеть ни о качестве, ни о том, чтобы делать все вовремя, ни о чем. Потому что проформа управляет его сердцем. И этот стандарт проформы мы принесли из материального мира. До тех пор, покуда мы от него не избавимся, мы будем находиться на позиции Каништа Адхикари. Каништа Адхикари, если лелеет свою позицию, лелеет свое положение, он будет развиваться долго и мучительно в своей практике. Но если он хочет рассчитывать на беспричинную милость Кришны, ему следует, как говорил наш духовный учитель, как можно быстрее покинуть Каништа Адхикару. Я наблюдал не раз даже среди саньяси, как они ради проформы повторяют премадхавани, как они не вкладывают свое сердце, как это все делают на автомате. Но мы не должны брать пример с них. Мы должны знать учение ачарьев. Мы должны знать то, к чему ведет нас Шрила Гурудев. И только тогда мы избавимся от формальности и пренебрежения по отношению к пению баджанов. Какой сейчас баджан мы споем? Горнитай. Акротха Парамананда. А что там? 아크로타 파라마난다 니짜난다라이 아테마나 순야니타이 Nagare Berai Atama Patita Jivir Dware Dware Giyya Hare Nama Maha Mantra Jiye Che Nabiya
Jare dekhe tare kahe dante trinadhari. Amare kiniya loho bolo gaurahari. Eta bole nityananda Gumi gori jaya. Sonara parvata jena dulati lotaya. Heno avatari jara ratina janmilo. Lochan boli se papi helo harage. Akrota paramananda nityanandaraya. Apimana shunya nitai nagare vira. Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Goranitai, Jaya Goranitai. Gorahe Prabhu He, Gorahe Prabhu He. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Sisi Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Sisi Radha Vinod Vihari Dev Ki Jai Radha Raman Vihari Dev Ki Jai Radha Govinda Radha Gopinath Radha Gokulananda Radha Madhara Mohan Radha Shama Sunda Radha Dahoda Radha Balaba Radha Kanta Jiv Ki Jai Om Vishnu Para Paramahamsa Parivraja Yogacharya Ashtota Tatara Sisila Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Par Paramahamsa Parivraja Acharya Ashtota Tatara Srila Bhakti Vedanta Bhaman Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Par Paramahamsa Parivraja Acharya Ashtota Tatara Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj Ki Jai Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Srila Bhakti Prakyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai Saparikar Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ki Jai Jagad Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ki Jai Mahabhagavat Srila Gaur Kishodas Bhavaji Maharaj Ki Jai Sachitananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Vaishnava Sarva Bhaum Srila Jagannadas Bhavaji Maharaj Ki Jai Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Sad Goswami Prabhu Ki Jai, Nama Charya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sakaho Sri Krishna Taitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Sri Gadadhar Sri Vasari Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Go Gopinata Shama Kundarara Kundagiri Gaura Dhan Ki Jai. Sri Braja Mandal Gaura Mandal Ksetra Mandal Ki Jai, Dambasi Bhakta Vrinda Ki Jai. Ganga Devi, Yamuna Devi, Bhakti Devi, Vrinda Devi Ki Jai. Sri Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Sri Gopi Swarmahadev Ki Jai, Yoga Maya Purnamasi Devi Ki Jai. Sri Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Sri Nrisingadev Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Kemarav Gaudiya. Vaishnava family ki jai nitai gaur premanande hari hari bolo gyanati mirandasya jananjana salakaya chakshurun miritam yena tasmai sri gurave namaha mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande sri guru dinatarine gurave gaur chandraya Radhikaye Taralaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Taitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchya Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bevatya Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha
First of all, I offer my unlimited Anuvat Pranams unto the lotus feet of my Paramaraja, the Guru Padapadma. Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajak Acharya Ashtota Tatara Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Unto his dearmost friends and eternal associates, Srila Bhakti Vedanta Bhaman Goswami Maharaj and Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, I offer my unlimited Dhanavat Pranams. Unto Srila Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Prakyan Keshava Goswami Maharaj, and our entire Rupanuga Guru Varga, I offer my unlimited Dhanavat Pranams. Unto all the devotees who have assembled here, headed by Sripad Arimardam Prabhu and Anindara Prabhu, I offer my humble Dhanavat Pranams. Прежде всего, я склоняюсь к лотосным стопам своего божественного духовного учителя бесконечное количество раз. Перед Парамадрадой Гурупад Падмой Шри Шримад Бхактивинод Нарайан Госвами Махараджем. Я клоняюсь лотосным стопам бесконечное количество раз его ближайшим друзьям и вечным спутникам Шрили Бхактивиданте Свами Шрили Бхактивиданте Вамани Госвами Махараджа, Шрили Бхактивинод Тривикрам Госвами Махараджа. Я также склоняюсь бесконечное количество раз к лотосным стопам Шрили Бхактивиданте Свами Прабхупады, Шрили Бхактив Прагьян Кешава Госвами Махараджа. Я также клоняюсь бесконечное количество раз всей своей Рупануга Гуру Варги. И я выражаю свое почтение и кланяюсь смиренно собравшимся здесь преданным во главе с Шриманом Аримардом Прабху. Да. We are one day closer to Krishna Janmashtami. Мы приблизились еще на один день к празднованию дня рождения Кришны. Krishna Janmashtami is the greatest festival in Vraja. Во Врадже это самый великий праздник. Meaning that all have been waiting, yeah, for Krishna to make his appearance. Долгое время все жители Враджи жили в ожидании рождения Кришны. Mother Yasoda and Nanda Maharaj, they have been desiring for a very long time to have a beautiful son. Долгое время мама Яшода и Нанда Махарадж ждали рождения сына Кришны. Also Devaki and Vasudev Maharaj, they had done in previous life so much austerity to obtain Krishna as their son. Также Деваки и Васудева из Матхуры, они совершали суровые аскезы продолжительное время в далеком прошлом, чтобы обрести Кришну как своего сына. But especially in Braj, all were praying and hoping that Mother Yasoda and Nanda Maharaj would have a beautiful son. Но особенно это ожидание было сильно во Врадже, потому что все жители Враджа молились о том, чтобы у Нанды и Ишоды родился сын. Nanda Maharaj told to Mother Yasoda, whatever is in our destiny, we cannot change that. Нанда Баба говорил Ишоде Майе, какова бы ни была наша судьба в будущем, мы не можем на это повлиять. This is very important. Whatever destiny has arranged, we cannot change that. То, что приготовлено для нас судьбой, мы не можем этого сменить. Sometimes we go to astrologer and we ask what is in our destiny. Иногда мы можем прийти к астрологу и спросить, что нас ждет. It is in Russia also they have astrologers. У нас есть астрологи преданные. Yes, eh? We want to know what the future will bring. И поэтому мы хотим знать, что же нас ждет в будущем. Gurudev told that there is a beautiful history in the pastimes of Srila Sanatana Goswami. Есть очень интересная, прекрасная история о Шри Санатане Госвами, который рассказывал наш Шрила Гурудев. He told that, yeah, once upon a time there was father and son. Как-то однажды, то есть было время, когда жили отец и сын. And father and son were living together, and they had very good life. Good life. И они жили припеваючи. Suddenly the father left his body. Но в один день отец умер. There is nothing we can do. One day we will all have to leave
this body. Так устроена жизнь. Однажды нам придется оставить то место и это тело, это место и это тело. We will not die, but body will die. Мы не умрем, но тело умрет. We will continue, yeah, to the next body. Мы продолжим свое путешествие, получим следующее тело. All this has been arranged by destiny. Все это организовано судьбой, то есть высшими силами. So this boy was lamenting very much because he didn't know what to do. И сын скорбел, потому что он не знал, что ему делать дальше. Then one day, one saintly person, astrologer, came to the house. Однажды в его дом пришел святой человек, который обладал навыками астролога. He said, "My dear boy, why you are lamenting so much?" Он спросил: "Дорогой мальчик, почему ты так скорбишь?" The boy told, "I am hopeless. I don't know what to do. My father suddenly left." Он ответил, что мне плохо от того, что мой отец внезапно умер, и я растерян, и не знаю, что мне делать. Then the saintly person said, "Don't worry. I know the future. I know about destiny." И астролог сказал: "Не беспокойся ни о чем. Я знаю будущее, которое тебя ждет." And I also know your father. И да, я знаю твоего отца. Your father has left you a great fortune. Твой отец оставил для тебя нечто очень удивительное. But he had no time to explain it to you, where it is hidden. Но у него не было момента подходящего, чтобы объяснить тебе, где он это спрятал. You have four options to search for that fortune. У тебя четыре варианта, где это искать. It is hidden somewhere around your house. Это спрятано где-то рядом с твоим домом. So if you search in the proper direction, you will discover that fortune. Если ты будешь искать в нужном направлении, то ты добьешься успеха. This is the real destiny of each and every one of us. В действительности, это история о будущем каждого из нас. We all have a great fortune that is destined to come to us. Мы все очень удачливы, потому что будущее наше прекрасно. We have to search in the proper direction. Все, что требуется, искать в нужном направлении. And that astrologer who knows the future, who tells this, is the bona fide spiritual master. И этот астролог, который пришел в трудную минуту к этому мальчику, это духовный учитель. What is that great fortune? И в чем эта великая удача? That bhakti is meant for us. Это великое богатство, которое спрятал отец, это бхакти, предназначенное для нас, оставленное нам. Pure bhakti is our destiny. То есть чистая бхакти, вот в чем наше наследство, it is that fortune, наше предназначение. It is the fortune that our father has left for us. И мы так удачливы, что отец оставил нам это. One day it will come to each and every one of us. Однажды мы все обретем это, все найдем это богатство. If we search in the proper direction, если будем искать в правильном направлении, we will discover it very soon. То мы найдем это очень быстро. That proper direction is the process of Saranagati. И это правильное направление — это Шаранагати, предание себя Богу. Śrīla Bhaktivedanta Swami Prabhupada has very clearly established that in order to obtain Krishna consciousness, some austerity is necessary. Śrīla Bhaktivedanta Swami Prabhupada говорил: ради обретения сознания Кришны придется принять в своей жизни определенные лишения, аскезы. That austerity, yeah, if that is not performed, we cannot obtain, yeah, Krishna consciousness. И не идя на эти, то есть не желая, если кто-то не желает платить эту цену, ну, то есть не готов к этим лишениям, то он не сможет обрести сознание Кришны. The austerity that we are meant to perform is to do the things that are favorable to develop Krishna bhakti. И что же это за аскеза такая? Это делать то, что благоприятно для бхакти. Somehow or other, hear about the glories of Krishna. Так или иначе, слушать славу Кришны. Then everything else will come automatically. Тогда все остальное придет естественно. So now Krishna
is going to appear very soon on Sunday in Sunday on Monday, yeah? Monday in Kemerovo time. В соответствии с лунным календарем для города Кемерово, в понедельник Кришна уже очень скоро, он в понедельник родится, явится в этом мире. Then in Braj, Mother Yashoda became pregnant. Мама Яшода во Врадже, все видели признаки, что она носит в своем лоне ребенка. Nanda Maharaj and Mother Yashoda had performed one austerity for one year. Прежде Нанда Баба и Яшода Майя в течение года совершали особую аскезу. Upon the advice of one yogini, they performed austerity. I forget the name of the austerity. It is described in Gopal Champu. Mahadada Shivrata. And it is called Dvadasi Ratri something. Vrata. Я сейчас не помню точно название этой аскезы, которую упоминает Шри Джива Госвами Гопала Чампу. Они получили эту аскезу от Югини. Maybe Mahadvadasi. I heard Harikat from Priman Prabhu. He read for us Gopal Champu. He told Mahadvadasi Vrata, and also they received so much sadhu in the house. Two things he did. Dvadasi Ratri. I have heard one, but what is Mahadvadasi Vrata? You know? Is Mahadvadasi Vrata is mean you must follow all Mahadvadasi in year. Oh, the whole year through. Yeah. Maybe translation is it may be Mahadvadasi Vrata. For one year they follow that. And in that year, after that year, yeah, they always received in their homes sadhus and also so many demigods. Yeah, they always wanted to have darshan of Mother Yashoda Nanda Maharaj. После этой враты они также приняли еще одно решение. Они со всем почтением и заботой принимали в своем доме саду, святых людей. Также к ним приходили на даршан к маме Яшоде, приходили все полубоги. By that, yeah, Nanda Maharaj always distributed charity to all. И по этому поводу Нанда Баба раздавал пожертвования. Then after one year following this vrata, Nanda Maharaj had one dream. Через год соблюдения враты Нанда Махараджи приснился сон. And in the dream, beautiful baby Krishna. Blue color and one golden color girl they manifested. В этом сне он увидел маленького ребенка синего цвета и золотую девочку. And they entered the heart of Nanda Maharaj. И эти два маленьких ребенка вошли в сердце Нанды Махараджи. In a dream. Во сне. Then next morning from the heart of Nanda Maharaj, same, yeah. Blue colored Krishna and golden colored baby girl, they entered the womb of Mother Yashoda. Следующий день, in the dream. From the heart. Yeah. Во сне из сердца Нанда Махараджи эти два ребенка, мальчик цвета Нила, то есть синего цвета, и золотистая девочка, вошли в лоно мамы Яшоды. And that yogini had predicted to Nanda Maharaj and Yashoda, if you perform this vrat for one year, you will obtain a very beautiful son. Йогини, которая им дала это врату, она предсказала, что если вы все правильно сделаете, то через год вы обретете удивительного ребенка. So when Mother Yashoda became pregnant, all Brajavasis became very happy. И когда ребенок появился в лоне матери Яшоды, вся весь врач ожил, все обрадовались. Every day more and more happiness manifested. Каждый день радость во Врадже лишь росла. Nanda Maharaj was the king of Braj. Нанда Баба является царем Враджа. And Mother Yashoda, the queen. А мама Яшода царица. So all Brajavasis became so happy that now beautiful son will take birth. И весь Врадж ликовал от того, что у них скоро родится ребенок. Now why Krishna appears. Почему же Кришна является? How can we understand that? Как мы можем понять это? In Bhagavad Gita, Krishna is telling, "Janma karma samedivyam, evam yo veditatvatha, takshat deham punar janma
Найти эти, мам эти, со Арджуна. One who understands the transcendental nature of my appearance, my janma, and my activities, my karma. In truth, whoever will understand really what is the reason why I appear in this world and what is the beautiful nature of my activities, that person never has to take birth again. В Бхагавадгите Шри Кришна объявляет Джанма Карма Чаведи Вьям. Он говорит, те, кто смогут понять глубинную причину и суть моей джанмы, рождения и моих трансцендентных деяний в этом мире, действительно поглубоко разобравшись в причинах, почему Кришна хочет не зайти в этот мир и явить свои игры, такие личности больше не родятся в этом мире. Krishna is eternally absorbed in transcendental pastimes. Кришна всегда погружен в трансцендентные игры. In the transcendental world. В трансцендентном мире. He is so happy there. И он там необычайно счастлив. Раз лила is going on eternally. All Krishna's pastimes are manifested eternally there. Раса лила продолжается там непрерывно, постоянно, и все игры Кришны там всегда есть. And Krishna maintains beautiful, personal, loving relationships with each and every one of his associates. И у Кришны там есть вечное отношение, уникальное отношение с каждым, основанное на любви. It is only what you call everything is rasa and prema. То есть кругом лишь раса и према. That is Krishna's superior, supermost energy is prema. Это высочайшая энергия Кришны, према. And in the transcendental world, everything is made of prema. И в трансцендентном мире все сделано из нее. Why would Krishna come in this world? Почему же тогда в таком случае Кришна решает не зайти в этот What мир? He has to search for here? Что же он здесь ищет? We want to know. Мы хотим узнать. If we know this, then if we know this really, we never have to take birth again. Потому что если мы откроем для себя это, нам больше не нужно будет рождаться. It is described in Bhagavad Gita by Krishna that to live in this material world is always Dukkalayam Ashashvatam, continuation of misery. There is no real happiness. Even though we are telling to each other happiness, happiness, how are you? I am good, I am happy. But real happiness is not available in this world. Этот мир называется Dukkalayam Ashashvatam, то есть исполнен страданий. И хотя мы, встречаясь друг с другом, говорим, спрашиваем, как ты? Да, все нормально, все хорошо. То есть говорим о состоянии, счастливом состоянии, на самом деле это не так. Every day, whatever happiness, love and affection we are looking for, it is separated from us. То счастье, которым мы так нуждаемся, которым мы ищем, оно вне нас. And one day this body in which we are trying to experience all this is going to fall dead. Вне нас означает, что мы его ищем вовне и никак не можем поймать. И то, с помощью чего мы так пытаемся быть счастливы, материальное тело однажды нас оставит, оно умрет. So Krishna promises Arjun, anyone who understands in truth my appearance and my activities, that person will never have to take birth again in material world. И Кришна пообещал Арджуне, у Арджуна, тот человек, который воистину разберется, поймет, в чем тайна трансцендентного, моего трансцендентного явления и моих деяний, больше не родится в этом материальном мире. So this is one of the reasons why Krishna comes to this world. Out of, Krishna says in Bhagavad Gita that he is Suridam Sarvadehinam. He is the best friend of all living entities. Одна из причин – это природа Кришны, его качество Сухридам Сарвадехинам. Он друг всех живых существ. In Srimad Bhagavatam also Krishna telling the same thing. Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtanam. Ridyanta Stohi Abhadrani Vidunoti Surit Satam. I am the real friend, the only real friend of all living entities. And by regularly hearing my Krishna Kata, the glories of my appearance and my activities, all that is inauspicious in the heart will automatically disappear. Как говорит Кришна,
он является другом всех живых существ. И тот, кто слушает его повествование, то есть повествование о нем, о его деятельности, его качествах, все неблагоприятное уходит из сердца, и наоборот, все благоприятное входит. So we want to hear from Hari Mardhan Prabhu, why Krishna appeared and how we can understand in truth the reason for his appearance and his activities. Я хочу, чтобы Hari Mardhan Prabhu рассказал нам, почему Кришна является в этом мире, why Krishna is appeared and... Yes, janma karma samedhiyam. То есть рассказал ответ на этот вопрос, то есть в чем суть явления Кришны и его деяний. How we can understand in truth, как мы можем понять по-настоящему это? Krishna's appearance and activities. Его деятельность в этом мире и его рождение. Hari Mardhan Prabhu. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха ванча калпатурбешча крипасиндубей вача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха. Шриман Враджанат Прабху попросил меня рассказать о том, для чего приходит Кришна в этот мир. Бхагавад-гите он упоминает о причинах своего явления, но также со слов ачарьев мы знаем о причинах его явления. Другими словами, есть так же, как и у Чайтаньи Махапрабху, внешние причины и внутренние причины. Внутренние причины связаны непосредственно с тем, что радует сердце Кришны, то, что связано с его сварупой, связано с его близким окружением, связано с его счастьем. Внешние причины, они могут быть связаны с счастьем живых существ, с обязанностями, которые Бог должен выполнять по отношению к материальному миру. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Джанма карма чами дивьям эвам йо вайти таттва таха тяк твадыхам пунарджанма найти мамати сорджуна». Этот стих, который процитировал Шриман Враджанат Прабху, является одним из самых важных в Бхагавад-гите. Бхактидан Свами Шрила Прабхупада прокомментировал его не один десяток раз, путешествуя по миру и проповедуя славу Кришны и Бхагавад-гиту. В этом тексте упоминается самим Кришной о причинах его явления. Он говорит: «Паритраная садхунам винашеча душкритам дхарма самстхапан артхая самбхавами юге юге ядаядахи дхарма ся гланир бхавати бхарата абьюдханам адхарма ся тадатманам сриджамьяхам». В этих двух стихах из Бхагавад-гиты Кришна объясняет свои причины, почему он приходит в этот мир. Главная причина – это его счастье. Но он также знает, что он не может быть счастлив, если он не будет связан со своими преданными. В связи с этим существуют причины. Паритраная садхунам. Он упоминает это как первую причину для своего явления. Он хочет явить себя своим преданным. Он говорит о том, что он пытается защитить их от каких-то неблагоприятных факторов, которые могут их окружать. Но он упоминает слово «садхунам», что указывает на садху. Садху не нуждается в защите, потому что садху сам может защитить кого угодно. Святой уже защищен. И поэтому кажется, что утверждение Кришны несколько излишнее.
Садху может сам защитить кого угодно. Он приходит в этот мир для того, чтобы поддерживать Вселенную. И поэтому, когда Садху упоминается в этом стихе Кришны, то имеется в виду, что Садху страдает в разлуке с Кришной. И Кришна приходит для того, чтобы устранить боль этой разлуки. Винашая Чадушкритам означает, что демоны или неправедники должны быть наказаны. Они причиняют много беспокойств миру. Они действуют таким образом, что устраняют истину отовсюду, где она пребывает, переворачивая все наоборот. Как в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна упоминает о демонических натурах. Эти демонические натуры отличаются тем, что неправедность считают праведностью, а праведность они считают грехом. Поэтому Кришна, он хочет сделать так, чтобы они не были так активны и не беспокоили святых, и не были как препятствия на их пути. Поэтому Кришна приходит со своей армией. Описывается, что у него была огромная армия, с которой он пришел из духовного мира. Мы знаем о том, как Мать-Земля пришла в облике коровы к Брахме для того, чтобы просить о защите. Через Брахму все полубоги связываются с Вишну. И Мать-Земля сказала, приняв облик коровы, что если Кришна придет, то он поможет освободить землю от большого количества воинов, которые приносят очень много беспокойств. Воюя между собой по причинам и без причин, они уничтожают мир. Таким образом, Вишну пообещал, что он придет. Он выдернул два волоска из своего тела. Один белый, другой черный. Это описывается в Махабхарате. И он сказал, что я явлюсь в облике белого цвета и черного цвета. Но наши ачарьи сказали, что эта история и само поведение Вишну в большей степени дано для атеистично настроенных людей. В действительности, Господь, хотя может явиться через Вишну, тем не менее, Он может явиться по Своим собственным способностям. Поскольку Вишну Бхакти распространено более шире, то Господь иногда в форме Двайпаяна Вьясы рассказывает такие истории, как будто бы Кришна является экспансией Вишну. Поэтому явление Кришны, оно очень загадочно. Поэтому Кришна говорит, что тот, кто знает причины моего явления и моих игр, причины моего рождения, которое в принципе не является рождением, как у джив, тот достигает его обители и никогда не возвращается назад. Явление Кришны – это тайна. Тот, кто знает превосходство Кришны над формами Вишну, он раскрывает одну из тайн, которая позволяет преданным прийти в его обитель. Именно поэтому ачарьи называют Кришну Адвайя Гьяна Пара Татва. Также Кришна в 7 главе, в 7 стихе Бхагавад-гиты говорит: Маттах паратарам наньят кинчит астидхананджай май сарвамадам протам сутрема ниганаева. Нет истины выше, чем я.
И Шрила Рупа Госвами также подтверждает это, анализируя Пураны, Шастры и Тихасы. Он находит 64 качества Кришны и показывает, что они есть у Враджендра Нанданы Кришны, и в то же время их нет у Дваракадиш Кришны, Мадхуреш Кришны, Галакешвара Кришны, у Вишну, которого также именуют Кришна. И всех форм, какие бы только ни исходили из него, как Калы и Амши. Поэтому правильно понять явление Кришны можно через осознание природы Кришны. Это возможно по милости Кришны, которая приходит через Садгуру. Садгуру объясняет, кто такой Враджендра Нандана Кришна, каковы причины его явления. Так же, как Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел для того, чтобы познать любовь Шримати Радхики. Также Кришна пришел для того, чтобы продолжить свой танец раса здесь, в Баума Вриндаване. В Сканда Пуране сказано, что врач распространяется повсюду. Он пребывает в каждом атоме. Он не ограничен какой-либо территорией, которая может нам показаться малой, если мы посетим Вриндаван и оценим его мирским сознанием. В действительности врач живой, и он позволяет Кришне проявлять свою расалилу везде, где только он пожелает. Даже здесь, в этом месте, в Сибири, где бы то ни было, Кришна может являть свои достояния во всей полноте, в любом месте. Это тонкость, которая касается его лилы. И Кришна Чандра также говорит «Дхарма самстапанартхая». «Ядаядат хи дхармасья». В этих строчках из этих двух стихов Бхагавадгиты он говорит, что он устанавливает дхарму. Есть разные дхармы, которые устанавливает Кришна. Поскольку он является пурна пурушей, то он устанавливает все виды дхармы через те аватары, которые пребывают в нем. Поэтому его так же, как и Чайтанью Махапрабху, называют аватари. Поэтому, хотя внешне кажется, что Кришна утверждает лишь внешние формы дхармы, такие как Варнашрама дхарму, или же он устанавливает такие дхармы, как Бхакти-дхарму, тем не менее, он устанавливает также ту дхарму, которую называют Парадхарма. Парадхарма – это дхарма, которая стоит над всеми видами дхармы. Это према-бхакти-гопи. Кришна пришел сюда, в этот мир, вместе со своими спутниками. Он играл роль манушьи, обычного человека. И не каждый может понять, что имелось в виду под его отношениями с гопи. Но Нарада в Бхакти-сутрах говорит, что любовь гопи, она стоит над всеми формами любви. Потому что гопи смогли попрать все виды дхармы. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Чатурварням мая сриштам гуна карма вибхага шахатасья картарам апимам видья картарам авеям». В этом стихе он говорит, что он устанавливает варнашрама дхарму и даже следует ей, но в то же время он может в любой момент отказаться от исполнения своих обязанностей. Поэтому все аналитики,
которые наблюдали за действиями Кришны, отметили, что он исполнял дхарму вайши, шудры, кшатрия, брахмана. И в то же время этим самым он показывает, что эти дхармы нужно исполнять очень тщательно. А в какой-то момент он полностью пренебрегает всеми дхармами. И только через гуру Парампару мы можем понять, почему он это делает. Поскольку Вишну, Кришна – это Парама Пуруша, он может быть понят только своими близкими преданными. Он говорит об этом. Саева ямаяти дья йогах. Бхактосиме сакачити рахасям хета тута утама. Рахасия, которая связана с джанмой и кармой Кришны, она может быть понята только бхактами и сакхами, коим являлся Арджуна на поле боя Курукшетра. Другими словами, понять Кришну может только тот, кто стал вайшнавом. И не просто вайшнавам, а вайшнавам уттамадхикари. Только тот во всей полноте понимает явление Кришны. Поэтому джанму и карму следует понимать от Махабхагавата вайшнавов. Ачарьи говорят, Бхактивиданта с вами, в учении Господа Чайтани, что сокровенные истины о Кришне следует слушать из надлежащего источника. Он говорит, что Расалилу следует слушать от Махабхагаваты. Однако даже обычные манушья-лилы Кришны в Сакья-расе, Дасья-расе, в Ватсалья-расе также необходимо слушать от вайшнава Махабхагаваты. Конечно, Бхагаваты и Матьям Бхагаваты, они могут совершать лишь только Анукиртану. Их представление о Кришне не может быть полным, потому что они не являются полноценными вайшнавами. Поэтому, когда ученики вырастают до должного уровня, они начинают это понимать. И поэтому готовы в связи с этим заплатить самую высокую цену ради связи с Махабхагаватой. Они понимают, что если они не получат харикатху от Махабхагаваты, тогда их жизнь не увенчается успехом. Они не смогут исполнить те слова или реализовать те слова Кришны, которые он произносит в стихе «Джанма карма чаме дивьяма вам йовайти татва тахати актвады хампунар джанма найти мамэти сокхи». Поэтому полнота осознания Бхагавана, она зависит от того, насколько мы связаны с Махабхагавата вайшнавом. Джарма карма Кришны является дивьей. Дивья означает, что это трансцендентно и не может относиться к категории чинтья. Трансцендентно. Все, что связано с миром духа, ачинтья. В материальном мире много того, что нам сложно понять, но в духовном мире понять ничего невозможно. Поэтому Шрила Гурудев говорил, осознание всего, что связано с Кришной, даже всего того, что связано с нашей собственной природой, природой души,
Это возможно понять только от тех, кто реализовал себя как душу и реализовал свои взаимоотношения с Кришной. Когда преданный начинающего уровня приближается к Матьяма Адхикаре, он понимает, что ему очень необходима связь с Махабхагавата Вайшнавом. И только тогда он будет готов оставить все, даже религиозное сообщество, в котором нет Махабхагаваты. Он готов будет оставить свои амбиции, все свои поверхностные достижения в бхакти, для того, чтобы стать одной десятитысячной кончика волоса. Только с этого момента начнется настоящее постижение джанмы и кармы Кришны. Хари Кришна. Very beautiful and intricate, detailed explanation, very important. Очень прекрасное, очень детализированное такое объяснение, основанное на шастрах. The heart of Krishna cannot be understood by material intelligence. Сердце Кришны не понять материальным разумом. It can only be understood by that mercy which comes from someone who is so near and dear to Krishna, that is his very own parsada, his own associates. Такое понимание приходит лишь из сердца того, кто очень близок к Кришне. His heart, we have heard from our beloved Gurudev. Krishna's heart always wants to experience happiness. Мы слышали от нашего возлюбленного духовного учителя, что сердце Кришны всегда жаждет особого счастья. In different tastes. И разнообразие вкусов. Varieties. Varieties. We are part and parcel of that same Bhagavan Sri Krishna. И мы являемся маленькими частичками этого самого Кришны. We also want to experience happiness in newer varieties. Мы также жаждем испытывать все новые и новые разнообразия счастья. But our situation is very unfortunate. Но, к сожалению, наше положение очень неудачливо. Instead of understanding who we really are, we always identify with our reflection. Вместо того, чтобы пытаться понять, кто мы на самом деле, мы все время себя отождествляем с нашим отражением. If we look in the mirror, who do we see? Если мы посмотрим в зеркало, кого мы там увидим? We think we see ourselves. Мы думаем, что видим себя. But everything is reversed. Но это лишь отражение. So this world is like that. Таков этот мир. In this world we can try again and again to experience happiness. И мы можем пытаться вновь и вновь в этом мире испытывать счастье, искать его. Identifying ourselves with that which is the opposite of our real person. Отождествляя себя с тем, что противоположно нашей личности. We identify ourselves as being the enjoyer, the proprietor. Мы отождествляем себя с наслажденцем и владельцем. The knower of everything. Знающим все. But Krishna says very clearly in Bhagavad Gita, Bhaktaram Yakyatapasam Sarva Loka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam. Но Кришна очень ясно в Бхагавад Гите говорит вот эти слова, Бхактарам Ягатапасам. I am the owner of everything. All planets, everything belongs to me. Кришна говорит, все принадлежит мне, все планеты, нет ничего, чтобы не было моим. All the endeavors that you undertake are meant to be an offering to me only. Все усилия, каким образом не были совершены человеком, должны быть предназначены для моего счастья. All difficulties, all problems, you tolerate them only for my pleasure. Все через какие бы проблемы жизни вы не проходили, через какие трудности, с какими трудностями вы не встречались, все эти аскезы вы должны предложить мне. What is Krishna's pleasure? А что радует Кришну? He wants that we should come and join him. А он хочет, чтобы мы встретились с ним, присоединились к нему.
Accept him as being the source of all our good fortune. И принять его является нашей великой удачей. That can only be understood if we take shelter of that area which is our own. Что становится возможным, только приняв ту территорию, то место, извиняюсь, я не совсем понял, что является нашим... I couldn't understand the idea. That means that we should take shelter of that area which is always supremely expert to provide pleasure. А, да, понятно. То есть мы должны принять прибежище у духовной обители, проще говоря, который является источником всего трансцендентного счастья. Although we are part and parcel of Krishna, we are not Krishna. Хотя мы являемся частицами Кришны, но мы не Кришна. We can think for some time in this body, in previous body, in next body, that we are owner of something, that we are the enjoyer of all the things that we survey. Мы можем думать в этой жизни, в предыдущих своих жизнях, из рождения в рождение, что мы являемся владельцем чего-либо, но это не так. That is our only chance to try to be in competition with Krishna. Competition? Yes. Krishna is the sports? Supreme enjoyer. We try to be in competition here. We try to take the place of Krishna. Да-да-да. То есть мы постоянно пытаемся соперничать с ним, пытаясь занять его положение, стать наслаждающимся господинами и владельцами. As soon as we remove Krishna from our experience, then we start to do competition with Krishna. Как только мы отворачиваемся от Кришны, то есть он выходит за предел нашего сознания, видения, мы тут же начинаем соревнование с ним. Krishna is so worried for us. He is suffering more than us. Он так обеспокоен за нас. Он сострадание его, он в сострадании своем чувствует большую боль, чем мы за нас. Why my dear most darling daughters and sons, they keep on forgetting, yeah, what is really meant for them to become supremely happy. Почему мои дорогие дочери и сыновья продолжают жить в забвении в отношении того, что вечно даровано им и предназначено для их вечного счастья? Our only source of happiness is if we assist those who are expert in making Krishna happy. Того счастья, которое приходит от содействия тем, кто наиболее опытный, искусный в осчастливливании Кришны. Instead of trying to come together and make a plan how I can be happy. Вместо этого мы приходим в этот мир и строим планы, как же я могу здесь стать счастливым. That is called material knowledge. Это называется материальное знание. In this material world there are all kinds of efforts, schemes, plans, businesses, and name it. And all are meant to give us the illusion, the dream that we will be happy. И все искусства этого мира, менеджмент всякий и так далее и тому подобное, все эти навыки, все это предназначено для того, чтобы стать счастливым в этом мире, обрести наслаждение. And again, all who participate in these schemes, they become disillusioned. What is the problem with schemes? These plans, how to provide temporary happiness. И всякий, кто пытается активно участвовать, то есть не просто активно участвовать, а тот, кто пытается реализовать все эти свои планы, материальные планы, вновь и вновь приходит просто к разочарованию. This is the nature of this material world. Такова природа этого мира. It will never change, Gurudev said. Never. Шугра сказал, даже не ждите, он никогда не поменяется, он таким останется. If we are of the opinion that we have solved one problem, what happens? 10 problems. 10 problems coming. Если мы решаем одну проблему, взамен получаем 10 новых. And more responsibility, and more stress, health deteriorates, and we get stroke, we get so many. И чем больше мы решаем эти проблемы, наваливающиеся на нас, как, знаете, снежный ком, да, тем больше мы испытываем стресс. Чем больше мы испытываем стресс, тем меньше здоровья, чем меньше здоровья, в конце концов, инсульт, и мы лежим. So Krishna says, give all your problems to me.
А Кришна нам предлагает: отдай все свои проблемы мне. All your different plans, dharma, yeah, even vanashram dharma, even your dharma to be religious in this world, give it all to me. Все свои планеты, там астрология, все свои обязанности, долги, дхармы, просто отдай мне. Нашему дхарму тоже отдай мне. I will take care of everything. Я позабочусь обо всем. I promise you. Yeah. Обещаю тебе. And I will engage you in that plan that you are meant to participate in, and there and only there you will be happy forever. И я обещаю тебе, что задействую в своем плане, для которого ты предназначен, и тогда ты будешь счастлив. What is that plan? To assist those who are always sinking in an ocean of happiness. Что за план? Содействовать тем, кто тонут в океане счастья, любви. And they don't want anything from you. Содействовать тем, кому ничего не нужно от нас. They only want your ears. Все, что им нужно, ваши уши. By your eyes and other senses, you cannot obtain this type of happiness. Глазами и другими чувствами этот вид счастья нельзя заполучить. That is called eternal happiness. Оно называется вечным счастьем. Eternal happiness is always increasing, increasing moment by moment. Every day, when we practice bhakti properly, we will see every day we are making little progress. Оно по своей природе, естественно, растет день ото дня, если мы будем заниматься духовной практикой. Каждый из вас получит доказательство то, как это счастье лишь увеличивается. But important is we must fix our goal first. Но наиболее важным в этом случае является, что сначала полностью нужно утвердиться в своей цели. Gurudev said, human life is meant to fix ourselves upon the ultimate goal. Шрила Гурудев говорил, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы утвердиться в высочайшей цели. If we have anything else on our agenda, temporary goals, we cannot fix our full attention. Если в нашей повестке или в нашем списке важнейших дел у нас какие-либо другие задачи, кроме этой высочайшей. Lucky are those souls who can fix their attention completely upon the ultimate goal. Те души необычайно удачливы, которые сделали это, то есть утвердились в высшей цели. Our ultimate goal is to understand in reality, in truth, the reasons why Krishna appears in this world and the nature of his transcendental activities. И это высшая цель в том, чтобы в действительности по-настоящему осознать причины явления Кришны в этом мире и природу его деяний. And our Gurudeva said, that real understanding means that we want to participate in Krishna's karma, in Krishna's lila. Шрила Гурудев говорил, признаком того, что человек понимает подлинно причины явления Кришны и природы его деяний, растущая в сердце жажда принять в этом активное участие. And that participation, yeah, is not to convince each other that, oh, I am gopi, you are gopi, we are all gopis. И принять это участие не означает убедить всех, я гопи, ты гопи, все гопи. This is completely nonsense, Gurudev said. We are. Шрила говорил, это глупости. We are never gopis. Мы никогда не гопи. Only gopi is Gurudev. Это Гурудев гопи. That Gurudev, who is eternal associate. Тот Гурудев, который является вечным спутником Рады Кришны. And only by his mercy can we enter that area. И только лишь по его милости мы можем войти в то трансцендентное царство. And he will tell us, pray to all our Guru Varga. И они нам говорят, чтобы мы молились всей нашей Гуру Варги. Don't stay and say, my Gurudev is all and all and all. It is true, my Gurudev is all and all and all. But don't limit your Gurudev to what your conception is, your material conception. И не нужно ограничивать себя в потоке милости, утверждая внешне правильно, что мой Гурудев для меня все и вся. Не нужно забывать о всей остальной Гуру Парампаре. Зачем так узко мыслить? This is called Akanda Guru Tattva. Это называется вот это вот видение всей Гуру Парампары, Аканда Гуру Татва. Every Vaishnav, every Vaishnavi, even we are Kanishta, we are
responsible to guide and help each other. И даже начинающие преданные, такие как Каништа Дикари, несут на себе ответственность помогать другим. In that sense, all of us have the responsibility. Mahaprabhu says, become guru and distribute this knowledge everywhere. Как говорил об этой ответственности Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал: «Стань гуру и распространяй сознание Кришны повсюду». What is this knowledge? Connect with Aganda Guru Tattva. This knowledge, what we distribute, is connect. Да-да. И какое послание мы должны распространить? Свяжи свою жизнь с гуру Парампарой. And try to serve those who are eternally perfect. Служи тем, кто навечно совершенны. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada says in the most important instruction in Sri Upadesa Samrita. Об этом говорит Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada в своем комментарии к Упадеса Самрите. In that purport he is telling Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatri Tad Bhava Lipsuna Karya Braja Loka Anusaratah. This means that start just now in the conditioned state or in the liberated state, Srila Swami Prabhupada says, just now, this is applicable for each and everyone. Srila Prabhupada цитирует в своем объяснении, Упадесамрите, он цитирует эту шлоку, Сидда Рупина Чатраи, он говорит, что начни прямо сейчас, даже находясь в обусловленном состоянии, начни процесс. Start to follow in the present form that we have. That very ideal personality, who is eternally situated, who is eternal associate of Sri Radha and Krishna and Sri Satchinandana. Начни следовать сейчас, даже в своем обусловленном состоянии, в материальном теле, начни следовать за совершенной личностью, которая является Паршадом, вечным спутником, божественной чите, кто совершенен в своем служении им. Think always about that personality. Всегда думай об этой личности. Who are those personalities? И кто эти личности, такие личности? They are all the associates of Srila Rupa Goswami Pad. Все они спутники Рупы Госвами. Srila Rupa Goswami Pad, Srila Sanatan Goswami Pad, Srila Jiva Goswami Pad. Они спутники Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Jiva Goswami Pad. How many disciples did they initiate? Как много учеников они инициировали, кто знает? You know how many disciples? Знаете, как много учеников? Srila Rupa Goswami Pad, how many сколько did учеников he Rupa Goswami? Initiate? Сколько ему дал на посвящение? Кто знает? Из Фарапури Прабху. He is telling, I think, unlimited disciples he has. But how many did he give initiation to? Но сколько ему дал посвящение? Шамали. Нос. You know? He gave initiation to one disciple only. Who is that? Кто этот единственный ученик Рупы Госвами? Ну это же просто. Давайте. Слышали 10 раз. Нет, не Рагунат Дасгасвами. Это тоже правда, но не так. Джива Госвами. Шри Джива Госвами Пад. And Sri Sanatan Goswami, how many disciples did he give initiation to? А скольким посвящение дал Шри Джива Госвами? Да. Srila Sanatan Goswami, how many? Sorry, Sanatan Goswami, как многим? To Krishna Das and Damayanti. No one. He did not give initiation to anyone. Он не давал никому посвящений. Srila Jiva Goswami, how many disciples did he give initiation? Сколько было посвященных учеников у Джива Госвами? Сколько он диг ждал? She knows one story how he at least gave Harinam, maybe not Diksha, Harinam he gave. You remember this Brahman from Lord Shiva? Yes. Ну, Харинам, не Дикша. Формально говоря, Варжан Прабхуправу. Srila Gurudev telling, Srila Jiva Goswami Pad, Srila Sanatan Goswami Pad, Srila Rupa Goswami, they were always discussing Krishna Katha. Эти великие ачарьи, они были постоянно погружены в Кришна-катху. Харикатха. And they wrote so many excellent literatures. Они написали самые лучшие книги. We are able to benefit only in Krishna Bhakti because of their teachings.
И мы имеем все наши духовные блага и возможности, удачу, лишь благодаря их труду, их книгам. He gave, Shiksha, he established Vishva, Vaishnava, Rajasava. Шри Джива Госвами основал в этом мире духовное сообщество Вишва Вайшнава Раджасаба. He established school, university, universal education, and all intelligent people who wanted to pursue bhakti from all over India and other places, they would come to Vrindavan to learn from Шри Джива Госвами Пад. Шри Джива Госвами основал духовную школу, университет таким образом, что любой человек в Индии, да вообще откуда угодно, мог прийти во Вриндаван ради духовного обучения и учиться у него лично. He had open university. Он открыл университет. He didn't say only the ones who are from this society can participate. И он не ограничивал желающих учиться у него, что к нам могут прийти только принадлежащие к нашей организации. Others are not welcome. А остальных, извините, мы вас не ждем. No, whoever was interested in pure bhakti, they were allowed to participate and learn. Все, кто были заинтересованы в чистом бхакти, все были приглашены. He had three chief students. И у него было три главных ученика. Who are they? Кто они? You вы remember? Уж точно знаете. Три главных ученика Дживы Госвами, Прабутрая. In the kitchen. The kitchen. Дамаянти А Дамаянти is very intelligent. Наратам. Наратам Такур. Такур. Шринивас Ачарья and Шамананда. Yeah. All three were his best students. Они являются лучшими учениками Дживы Госвами. Only one of them was already initiated. Who was that? И один из них уже был посвящен. Кто это? Кто знает? Кто из этих троих был уже посвящен, когда к нему пришел? Yes. Шамананда was already initiated by his Gurudev. Ридай Говинда. Да, Шамананда был уже инициирован своим духовным учителем Хридай Чайтаньей. Ридай Чайтанья, а Ридай Говинда. Ридай Говинда? I don't know. His name was Duki Krishna, and later it was changed into Шамананда. И у него было имя, которое он получил время посвящения, Хридай Говинда, его назвали Duki Krishna Das. But Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya, they had not received any initiation. Jiva Goswami was teaching them from top to bottom all the essential philosophical truths from the teachings of Srila Rupa Goswami Pad and Srila Sanatana Goswami Pad and his own compilation of the same teachings, the Satsandarbhas. И Jiva Goswami обучил еще двух, то есть Нартам Такура и Шринивас Ачарья, еще они не, у них не было никакого посвящения, он их обучил всему, что дали Рупа Госвами, Санатана Госвами в своих работах, а также на основе их работ, то, что он составил, Садхармы, всему он их обучил до посвящения. Шри Дива Госвами Пад, he was honored and acknowledged as the best and topmost devotee teacher, yeah, in whole Brajamandal, Gauramandal and Kshetramandal. В то время Джива Госвами был признан и уважаем как лидер среди всех учителей, как лучший учитель в Раджадаме, Навадвипадхаме и Кшетрамандале. Шринивас Ачарья и Нартам Дас Такур said, Gurudev, we want to take initiation from you. Нартам Такур и Шринивас Ачарья обратились к Джива Госвами, пожалуйста, дайте нам посвящение. After they had received all education. После того, как они обрели все образование, получили все необходимое обучение. This is the real moment to ask for initiation. Это правильный момент для того, чтобы просить о посвящении. We have received initiation, but as we continue to hear Harikatha and learn so many things, so many doubts are coming. А у нас все наоборот. Мы сначала получаем посвящение, а потом пытаемся учиться и в результате такой учебы у нас только сомнений по поводу своего посвящения. That means we have not really taken initiation. Это означает, что мы на самом деле не получали посвящение. We should take initiation the moment we are completely convinced that I want to obtain only one thing in my life. Мы должны получать посвящение лишь тогда, когда у нас останется лишь одно желание в жизни. That is pure bhakti. Чистое преданное служение. That is our ultimate goal and only goal. Это когда станет нашей единственной целью, высочайшей целью.
So when Srila Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya, after receiving so much nourishment, spiritual nourishment, education from Srila Jiva Goswami Pad, then they requested, Gurudev, we want to take initiation from you. После того, как эти ученики получили от своего учителя Джива Госвами столько вдохновения, столько роста внутреннего развития, знания, лишь потом они попросили у него о посвящении. For many years they were studying. Они изучали много лет от него. What was the reply of Shri Jiva Goswami Pad? Что им ответил на их просьбу Шри Джива Госвами Пад? Кришна Дас Прабху. Амит Прабху. He sended Narottam Thakur to Lakanath Goswami. Srinivas Acharya, Gopal Bhatt, I don't remember. Yes. First of all, he said, I am not qualified to give initiation. Прежде он сказал, я недостоин давать посвящение. Can you believe that? Вы можете в это поверить? I am not qualified, he said. Он сказал, я недостоин. He said, why? If I will give initiation, he said, then I will have to worry so much about my disciples. Он сказал, что если начну давать посвящение, столько много беспокойств придет в мою жизнь о своих учениках. To give initiation to someone means to look after them as your baby. Давать посвящение означает, что заботиться об учениках как о собственных детях. Now baby is sleeping. А сейчас ребенок спит. Right? Правильно? Always you have to think about what baby is doing, what baby is not doing. Все время нужно думать, чем ребенок занят. This means guru takes full responsibility. Otherwise, don't become a guru. Если гуру не собирается принимать полную ответственность за своего ученика, лучше не становиться гуру. Very strong advice is there in scriptures. Don't become guru. Очень сильные советы от наших шастр. Don't become husband. Don't become father, don't become mother, don't become teacher, unless you can liberate those who are depending on you from the cycle of birth. Не становись царем, не становись учителем, не становись отцом, матерью, если ты не способен освободить тех, кто от тебя зависит. So Srila Jiva Goswami Pad telling, if I have to worry about you, then I cannot focus my full attention on the ultimate goal, Krishna Bhakti. Он говорит, если я вам дам посвящение, я не смогу сосредотачиваться полностью на Кришне. Can we believe him? Можем ли мы это поверить? Krishna Das. Krishna Das. This is their humility, and they show us that one doesn't need to formally accept. Anyhow, Jiva Goswami says, I will speak Krishna Katha, I will speak Hari Katha, I will help anyone who comes to me. Нужно понять правильно эти слова. Они говорят из смирения. В любом случае, Джива Госвами говорит, я помогу вам всем, чем могу, объясняя, рассказывая Харикатху, любому, кто придет ко мне. But if I accept anyone as my disciple, Diksha disciple, then I may become disturbed or distracted and interested in all their problems. Если я могу рассказывать им Харикатху, все объяснять, вдохновлять, но если я приму дикшу учеников, то есть дам дикшу, то это может разрушить мою баджан, мою погруженность, потому что я вынужден буду погружаться в размышления над их проблемами и как им помочь. Srila Narottam Das Thakur replied, Gurudev, I only know you, I want to take initiation from you, please accept me, I will not take initiation from anyone else. Narottam Thakur ответил, я знаю вас, я хочу получить посвящение у вас, и я не собираюсь получить посвящение у кого-либо еще. Can you believe that? If you meet a maha uttam Vaishnav, like Jiva Goswami Pad, and you stay with that personality for years, you don't want to accept anybody else, isn't it? Просто представьте себе эту ситуацию. Джива Госвами всецело посвятил свое сердце, отдал сердцу, Нартам Такур полностью отдал свое сердце Дживе Госвами, полностью ему доверился, слушал от него Харикату столько лет, и теперь ему рекомендуют принять посвящение от кого-либо еще. Может ли он это сделать? Very interesting topic. Это очень интересная тема. But I think now time is running out. Но я думаю, что наше время вышло. What time we have to stop? Когда мы должны закончить? И and we need time for questions and answers. Questions and answers also. It's very important. I want to complete. Shall I complete now or tonight? Мне завершить сейчас или завершить вечером?
we can finish, finalize in evening time. Because you promised to tell about your meetings with Shri Gurudev and Shri Konsai Prabhupada. It's also connected to this subject. Tonight I continue about this. Сегодня вечером я продолжу об этом говорить. Yes, so we have questions. Ishvara Puri Prabhu. И можно сказать, сердце наше будет свободно от анархии. Что делать в нашей ситуации? И что мы тогда получили? И вообще, как жить-то тогда? Может, добиться в океан? Шарапури is asking, maybe it's better in our situation to go and drown ourselves in ocean, because you're telling, first we must completely take shelter on lotus feet of guru. Yes, I told. А я сказал, ты принять полное прибежище лотосный стоп гуру. With only one desire to serve him, with guru. But in our situation, what is kind of sensation we received? And what we must do? Maybe drown ourselves in ocean. I asked the question to Srila Gurudev. When we start traveling, my background was in ISKCON, 6 months you have to wait before you can receive initiation, then you have to cultivate relationship with the spiritual master, get to know him, he should get to know you, he should know that you are actually practicing properly, and then he will give initiation. Мы обсуждали этот вопрос с Шрилой Гурудевом, я ему рассказывал о том, как устроен это в ИСКОН. Например, в ИСКОН есть такие правила, что прежде чем гуру начнет даст посвящение ученику, они должны познакомиться. В течение полугода ученик изучает учителя, следует его наставлениям. Учитель получает новость от ученика, то есть он знает, что этот ученик продолжает свою духовную жизнь. Then I asked Gurudev when we start traveling. I said, Gurudev, sometimes I see that very easy we give initiation, even we don't know the person has never met you, and you are giving initiation. Харинам, how I can understand that, I asked Gurudev. И, в общем, я спросил Шри Гурудева, но при этом, и то, что он сейчас описал, вот как в ИСКОН организовано, это примерно соответствует тому, что в шастрах написано, что год должен ученик испытывать учителя, ученика. Но я вижу, как во время наших путешествий по всему миру вы можете с легкостью дать посвящение кому-либо. Эти люди даже не знают толком вас, вы их не знаете, вы даете посвящение. Как мне это понять? After Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, his all disciples, very high class. Yeah, he prayed that how can I spread your mission? He prayed to Chaitanya, Satchinandana Gaura Hari. How can I spread your mission? He was all alone. One disciple of Bhaksan Sarasvati. So Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, before he started his mission, he was praying for a long time. And then he got vision. That Chaitanya Mahaprabhu himself came and said that I will send all my associates to help you. Mm-hmm. До того, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад начал свою миссию, широкую миссию проповедь, до того, как к нему пришли все эти множество возвышенных душ, ставшие его учениками, он совершал свой дневный баджан и просто молился гуру Шри Чайтанья Махапрабху и молил, спрашивал, как мне выполнить вашу миссию в этом мире, как установить вашу миссию, я не знаю. И тогда Махапрабху явился и дал ему ответ. Very high standard Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhu kept in his mat. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada установил очень высокие стандарты в своей проповеднической миссии, матхах. All who stayed in the temple, they were obliged, their duty was to chant 64 rounds. К примеру, в обязанности члена Гауди Матха, тот, кто жил в храме, входило ежедневное повторение 64 кругов Махамантры. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, he was in charge of all the publications. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj был ответственен за издание. And he had no time to chant his rounds. И у него не хватало, реально не хватало, из-за служения не хватало времени, чтобы завершать свои круги и повторять святое имя достаточно. So many, even daily newspaper was published. Например, там в том числе издавались ежедневные газеты, so many journals, so many журналы, books, книги.
He was chief editor, he had to check. Он был главным редактором. Он все должен был проверить. Все тексты, которые проходили через, печатались, проходили через него. He went to his Gurudev and said, Gurudev, I have big problem, I cannot complete my rounds. Он пришел к своему духовному Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Гуру Прабхупаде и сказал, я полностью растерян, потому что я не знаю, как мне завершить свой, завершать свои круги ежедневно при таком количестве служения. Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати replied, how much time you spent on taking prasadam? А он спросил его, сколько времени ты принимаешь прасад? How much time you sleep? Сколько ты спишь? You reduce that time, but you must finish your 64 rounds. Ты можешь уменьшить время на это, но закончи свои круги. Śrīla Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, one of the stalwart disciples of Śrīla Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada. Śrīla Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, один из сильнейших учеников, основных учеников Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады. Is the spiritual master of Śrīla Bhakti Balabhtirtha Goswami Maharaj. Тот, кто является учителем Бхакти Валбхатирты Госвами Махараджа. Śrīla Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. И Śrīla Bhakti Vigyan Bharati Maharaja. Unbelievable. This Mahapurush, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Это личность Бхактиведанта Мадхава Госвами Махарадж, просто поразительный Махапуруша. Each of Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada's intimate disciples, Śrīla Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj, Śrīla Bhakti Prakyan Keshava Goswami Maharaj, so many are there. Все вот эти вот ближайшие ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура, необычайно сильные, могущественные личности, такие как Бхакти Ракшак Сридхара Госвами Махарадж, Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махарадж и многие другие. How they served, how they distributed Krishna Katha. Как они служили своему учителю, как они распространяли Харикатху. We have this great family of Gaudiya Vaishnavas. У нас великая семья Гаудия Вайшнавов. In Western countries we only know Śrīla Bhaktivedanta Swami Prabhupada. В западных странах в основном преданные знают лишь об одном представителе этой семьи, Бхактивиданте Свами Прабхупаде. And sometimes we hear that nobody was qualified in Gaudiya Math. Иногда можно слышать такие высказывания, нет достойных представителей Чайтанья Махапрабху в Гаудия Матхе. But how can it be? Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada such an exalted Махапуруш. Но как такое возможно, что такая великая личность Махапуруш, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, оставил лишь одного достойного? Śrīla Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, anyone who wanted to receive initiation from him. Всякий, кто хотел получить посвящение от Бхактиведайты Мадхава Госвами Махараджа, was obliged to live in Math for 2 years. Был вначале обязан прожить в Матхе 2 года. Hear Harikatha daily 4 times. Слушая ежедневно 4 раза в день Харикатху. Serve all Vaishnavas. Служа всем Вайшнавам. Cooking, serving Mahaprasadam. Готовя, раздавая прасад. Cleaning. Убирая. All menial services and chant 64 rounds. Убирая храм и делая всю остальную физическую работу, и при этом ежедневно повторяя 64 круга. After that he would give diksha. Только лишь после этого он давал дикшу. So I asked Gurudev, how am I to understand? You are so merciful, you are giving so quickly initiation. Even Gurudev, what we see now, nowadays, is even beyond Gurudev's standards. Yeah. Я спросил Шрилу Гурудев, как же понять то, с какой легкостью вы раздаете посвящение в сравнении с теми стандартами, установленными в Матхе Гаудия Матхе Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады. А в наши дни мы видим, что даже столь милостивые, опущенные стандарты нашим Гурудевам сегодня еще ниже опущены. Gurudev said, anyone who comes forward to receive initiation from me should be recommended by senior Vaishnavas. На что Шрила Гурудев сказал, всякий, кто приходит ко мне, чтобы получить посвящение, должен быть рекомендован старшим преданным. Because he said, I don't know and I am not able to maintain personal relationship with each and everyone. Он сказал, почему? Потому что я не знаю тех, кто ко мне приходит, и я не могу их поддерживать ежедневно. In the way that is necessary. В смысле, не поддерживать с ними личные отношения. He said, who are recommending them, they have to take full responsibility. Поэтому те, кто их рекомендует, и должны нести полную ответственность за них. Only then I will give initiation. Только таким я хочу давать посвящение, даю посвящение. Gurudev did not run after people and telling them, oh, please come at once and I will give you neck beads and harinam. Он не бегал за преданными и говорил, давайте, я вам дам посвящение, я вам дам канхималы, дам четки. Never. He was very concerned, but even
According to the standards, I said, Gurudev, how am I to understand this? Gurudev never did such a thing as running after people and giving them neck beats and without their knowledge even telling them, now you are initiated by me. И он никогда не делал так, что люди ничего не понимают, он им дает посвящение, а потом типа вдруг обнаружит, что оказывается они посвященные ученики. Он никогда так не делал. But still, many times I requested Gurudev, how can I understand your... И все же я спрашивал, что Гурудева был в замешательстве по поводу того, что он так легко раздает харинаму каждому, кто хочет. Gurudev said, I am not giving them initiation. На что Шри Гурудев сказал, я не даю на самом деле посвящения. I'm giving them encouragement. Я лишь их вдохновляю. And I'm giving them spiritual name. Я даю им духовные имена. He said, so that again they will come and hear my harikata. С надеждой, что они вновь придут ко мне слушать харикатху. He said, if they hear my harikata, their heart will change. Потому что слушая мою харикатху, их сердце поменяется. This is a very important point to understand. Это очень важный момент, который нужно понять. We will speak about this tonight also. Мы также поговорим сегодня об этом вечером. In other words, we have to see. Gurudev said, real initiation is at that time when we take birth in the prakat lila of Sisi Radha and Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Finalize. When we take birth in their Prakat Lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Satchinandana Gaurari, and Radha Krishna, Prakat Lila in this universe, Bhoma, mm-hmm. then our initiation will be completed, he says. Шрила Гурудев говорил, подлинное посвящение это тогда, когда преданный рождается в месте, где явлены игры Шичнанда Гуру Хари и явлены игры Шри Рады Кришны. В этот момент оно полностью завершается, и это есть подлинное посвящение. Now we are in the school of initiation. То есть посвящение — это не момент, это не одномоментное действие, это школа, процесс обучения. We have entered the school. И мы лишь были приняты в эту школу. And many of us are even in preschool. На самом деле, многие из нас даже в подготовительной группе, чтобы подготовиться, чтобы быть принятыми в эту школу. Like when small children go to preschool. Знаете, как после детского сада в России дети попадают в подготовительную группу? They always want to play. Они должны там играть. They want to go home and play. The children who are going to preschool, they cannot focus their attention on learning. В этой группе дети еще не способны сосредоточить свое внимание на обучении. They want always festival. Они хотят все время праздника. Playing with their friends. Игры, друзей. So we are in that position. We have not developed full faith. И это наше положение. We have so many doubts and we are thinking, у нас так много сомнений. This class was over, then I can go home and watch movies. Мы думаем, когда закончится лекция, я могу отправиться домой и посмотреть фильмы. So many material desires. Так много материальных желаний. So we should not be hopeless. Don't drown, yeah. Because by drowning yourself. То есть не теряйте надежды, не надо топиться. By jumping in the ocean, this is an expression, yeah. Это есть такое выражение, утопиться в океане. Наш Гурудев так говорил. If you cannot really be of high class, then better you jump in the ocean and drown yourself. Наш Гурудев говорил, если ты не такого уровня вайшнав, лучше иди утопись в океане. It is an expression to help us understand we should become very serious about. Но эти слова были сказаны лишь для того, чтобы побудить нас более серьезно двигаться вперед. What we are doing and what we want to obtain. Понимая то, что мы сейчас делаем и что нам нужно обрести. We should deepen our understanding and make a firm, determined vow. This is called anukulyasha. We make vow to do only that which is favorable for obtaining pure bhakti. То есть, should know. То есть нам become very serious. Нам следует стать более серьезными, углубить наше духовное понимание, чтобы и это называется анакуляси санкальпа, принять обет в том, что мы примем лишь в своей жизни будем принимать лишь то, что благоприятно для бхакти. Jumping in the what is the tom or the op? Tom. It will not help you. Если вы утопитесь в томе, это вам не поможет. If that would be a solution, then we can all jump in the tom. Если бы это было способом, мы бы, наверное, все попрыгали туда. Sri Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami, if by committing suicide I can obtain Krishna bhakti, I would at once
Махапрабху, останавливаясь Санатана Госвами от самоубийства, сказал ему: если бы убийство, смерть была ценой за Кришна прему, я бы тут же это сделал неоднократно. Поэтому лучше всего так или иначе оставаться с вайшнавами. What you are doing is very good. You are. А то, что вы делаете, очень хорошо. Rendering little seva. If we serve. Немножко служения. Vaishnavas, those who are connected with Bhagavad Parampara. Служение тем вайшнавам, которые связаны с Бхагавата Парампарой. Then we are progressing. Тогда мы будем развиваться. Yeah. Any other questions? Еще вопросы? Krishna Das Prabhu. Oh, you had question also, huh? One lady. Again, same question. How you met Srila Gurudev and why you stayed with him always? Last night I was asked the question and I said I will speak about it tomorrow morning, but the devotee who asked the question said I can only come in the evening. Мне уже задавали этот вопрос вчера вечером. Я пообещал, что сегодня вечером я это расскажу. And I promise. So I promised that I will speak in the evening. То есть я это расскажу вечером. So in the evening, потому if you, что вечером придут преданные, которым обещал. You will be there in the evening? Будете вечером. Okay. Okay. Krishna Das Prabhu, question. Может быть вопрос глупый, я прошу прощения, но мой уровень это нормально. Мы все уважали и с почтением относимся к Рани Махараджу, и я помню. Гурудев давал инициации, и только Гурудев давал инициации, но Арани Махарадж привлек очень многих преданных своих харикатхой. Он мог без объявления начать давать харикатху и собирал полные залы. Преданные ученики Гурудева с огромным восторгом слушали эту харикатху. И Гурудев большие надежды возлагал на Аранию Махараджа. Он верил в большое будущее. И однажды он стал премпрайоджаном. И очень много преданных, которые и ученики Шрилы Гурудева, они ушли, разочаровавшись. И может быть, 10% от них начали говорить, что премпрайоджан – это его лила, он Махабхагават Вайшнав и так далее, которые объяснили своему уму. Но он не давал инициаций. Все были учениками Гурудева из тех, кто ушел. Как может Браджанат Прабху прокомментировать эту ситуацию? Для меня очень важно, потому что, в принципе, он не давал инициации. Но где-то здесь в сердце произошел подмен взаимоотношений Гурудева на Аранию Махараджа. Вот. И хочу немножко добавить. И один брамачари также был очень сильно разочарован и чуть не ушел из санги. Он попросил, чтобы я попросил Гурудева рассказать о этой беде. И Гурудев помог ему. И сейчас он саньяси. И очень похоже происходит вот это событие. То есть как бы повторяется. Я бы хотел попросить Браджанатха Прабху, если это глупо, то можно где-то в другом месте. Telling, maybe my question is stupid, but is my level, please forgive me. I would understand what has happened, what is your vision of that part of our history. Previously, Premprayojan Prabhu was known as Arani Maharaj, was known by name of Arani Maharaj. He traveled and preached by the name of Gurudev so nicely. What Srila Gurudev was so happy with him and his preaching. Even he told to all sannyasis, try to learn how to preach from him. he invited so many devotees to Srila Gurudev. He can start speak in any place even without an advertisement and collect so many devotees just by speaking. But after some time, he become known as a premprayojan, means he left sannyas. He's fall down.
And it caused so much big problem in the mind of so many devotees who was inspired by him in such a way what they left spiritual life. Some of them, maybe 10% started to follow Prem Prayojan by explaining it's just a lila, Naravata lila of Prem Prayojan, because he is Mahabhagavata Vaishnav. And in that time, Shri Gurudev was still here. In that time, Prem Prayojan not gave initiation. Just explaining Harikatha, but still something happened, some changed, because devotees, they started hearing him, even in this case, in this situation, but not following Gurudev. What's happened? What is your vision? What's the main root of this problem? Why they deviated from Gurudev towards Prem Prayojan? Even he fall down, but how he all this problem happened? Why he brought people to Gurudev, but after he fall down, these people become disturbed, even left Krishna consciousness. Even we come to Gurudev and receive from him Diksha. And he is afraid what this history will repeat it now. Yes. Yeah, it will repeat itself, because if you want to know the future, look at the past. Если вы хотите увидеть будущее, посмотрите в прошлое. There is no secret. Нету на самом деле тайн. And I know that everyone will say, oh, it will not happen to us. Я знаю, что кто-то нам будет говорить, что с нами это не произойдет. But it is bound to happen. Но это должно произойти. Because we are conditioned soul. Потому что мы обусловленные души. Conditioned soul means this is our area where we can play and exploit. Мы живем в месте, которое создано как песочница для маленьких детей, чтобы мы здесь могли играть и эксплуатировать. In this world you can be guru, you can have followers. И одна из игр — это стать гуру и иметь своих последователей. You can enjoy sense gratification. Наслаждаться, чувственно наслаждаться. And convince those who are foolish that this is your lila. И убеждать глупцов, что это лишь твоя лила. This is part because love is blind. Вы знаете, любовь же слепа. You cannot change that. И вы не сможете его изменить. If your conviction, your faith, your affection, your love is going to one direction because you feel some encouragement in that area, you are willing to overlook any so-called, yeah. Если вы кому-то очень сильно привязаны, влюблены, то вы поверите чему угодно, лишь бы сохранить эту связь, несмотря на то, что будет объективно происходить. Especially when the speaker, yeah, in ISKCON there was one devotee after Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He was one of the 11 gurus. В ИСККОНе был один бхакта, преданный ученик Шрилы Бхактивинода Свами Прабхупады, один из 11 зональных ачарьев. Very, very qualified. Очень способный преданный. He was grihastha. И он был семейным человеком. And he was helping and managing and doing so many things. Он организовал так много всего, помогал, содействовал. And by anyhow their imagination, they said, we 11 are empowered by Srila Prabhupada, we are pure devotees. Но так или иначе произошло, что он сказал, объявил, каким-то образом он сам себе внушил, что Шрила Прабхупада явился, ему сказал, что вот эти 11 преданных, они уполномочены Шрила Прабхупадой. Они чистые преданные. Nobody had any experience of what is pure devotee only. We had little information by having Srila Prabhupada's personal association. В то время мы не обладали опытом общения с чистыми преданными так уж сильно. Все, что у нас был, весь опыт, это редкие встречи с Шрилой Прабхупадой. Что мы знали о природе чистого преданного? Кто он такой? And new persons don't know anything in Western countries. А новички в западных странах фактически вообще ничего не знали. So where everyone is blind, все even слепы фактически. A person who has one eye, he is glorified as the leader. И один, кто обладает глазом, и тот, у кого всего лишь один глаз, прославляет там какого-то лидера. So he did so many things, this person. But anyhow, he convinced his followers to take drugs, yeah, and telling that this is the mercy of Srimati Radharani. Drugs? Yes, LSD. И этот человек, вот этот грехаста, этот семейный человек, он убедил тех, кто его слушали, что нужно принимать ЛСД, наркотик, потому что это милость Шримати Радики. Therefore it is so important. Yeah. Same with our godbrother, Sriman Prem Prayojan Prabhu. In his own conviction, he thinks that he is doing correcting.
And it is correct, because he has only adhikar for that. У нас есть духовный брат, Прайоджан Прабу, который убежден в том, что он делает это правильно. И действительно, у него есть определенная адхикара, способность это делать. And he does good things. И он, то, что он, многое из того, что он делает, это хорошо. He encourages those who come to him to, он вдохновляет тех, кто к нему приходит, to accept Gurudev. Принять Гурудева. And he wants that they should be properly connected. И он хочет, чтобы они были правильно связаны с ним. But in the area when we discuss and try to understand what is Guru Tattva, who can give proper ideal guidance, then we have to consider those who want to follow him, they will have to deal with so many doubts. Но изучая Гуру Таттву, правильное понимание, кто такой духовный учитель, идеальный учитель, мы должны понять, исходя из этих истин о Гуру Таттве, что те, кто последует за ним, они вынуждены будут лицом к лицу встретиться со множеством сомнений в своем сердце. That is the problem. If the devotee who takes upon himself or herself to be a spiritual leader, like we have, for example, Shrimati Shamarani Didi. If any devotee, male or female, wants to help others and get, если be a leader. Если кто-то из преданных, мужчина или женщина, хочет помогать другим преданным. What to speak of taking the responsibility, the service of giving initiation. Не говоря уже о том, чтобы взять на себя ответственность, давать посвящение. Unless that devotee is spotless in character. Если такой преданный не стал безупречным в своем характере. And is completely surrendered to Srila Gurudev. И не предался полностью Шриле Гурудеву. Srila Prabhupada. Шриле Прабхупаде. Not arguing with that guru. Не споря со своим гуру. Not in the name of bhakti, thinking that you can do anything, you can give up sannyas, you can be a householder, you can cheat your wife, and you can continue to be. Под предлогом бхакти обманывать людей, оставлять саньясу, обманывать свою жену. It's not possible. If we behave like that, our followers will sooner or later have so many doubts. Как только последователи узнают об этом, столько сомнений. So if we on the other hand see Srimati Shamarani Didi. А с другой стороны, мы видим пример Шримати Шимарани Диди. Her whole life is service. Вся жизнь ее служение. And how nice she is developing, how humble. Как смиренна она. She doesn't want to give initiation. Она не хочет давать посвящение. She doesn't think she is qualified. Она не считается достойной для этого. Anyone who develops bhakti, he will be far away from this. Те, кто действительно развиваются в бхакти, не постараются быть подальше от этого процесса. They will be afraid to do these things. Они будут бояться делать так. Like Srila Jiva Goswami Pad, and other great, great Vaishnavas, великие учителя, even our own Gurudev, даже наш Гурудев, he said, I will not give initiation. Он сказал, я не буду давать посвящение. Srila Trifikram Maharaj, same, I will never, ever in my whole life not give initiation. Srila Trifikram Maharaj принял обет, я никогда в этой своей жизни не буду давать посвящений. They were not qualified. Они что, недостойны этого сделать? Their Guru Maharaj was not happy with them. Что, их духовный член не будет счастлив, если они дадут посвящение? But now we see that even Gurudev is not happy with someone, and they give initiation. Но мы видим, как сегодня тем, кем недоволен наш учитель, этот человек дает посвящение. So this is all due to Kal, Gurudev says. И что Гурудев сказал, есть только одна причина, почему это происходит, время. This is Kali Yuga. Yeah. Therefore, each and everyone who is connected with Srila Prabhupada, Srila Gurudev, we should know for sure that there is no any doubt in their character. То есть сейчас Кали-юга. Мы должны знать о тех, за кем мы следуем, что они идеального характера. Те, кто связаны с нашим Гуру Парампарой, что они идеального характера. We should help each other to understand the teachings of our Bhagavad Parampara. Мы должны помогать друг другу изучать, исследовать наставлениям Бхагавад Парампары. I can tell tonight what saved me, my faith in Srila Prabhupada's teachings. Я расскажу сегодня, могу рассказать сегодня вечером, что спасло меня, мою веру в наставления Шрилы Прабхупады. Is to always establish to somehow or other be connected with the Bhagavad Parampara. Anyone who takes responsibility to accept followers should connect them with the, how you call it, the area which can provide unlimited spiritual nourishment.
всякий, кто наберет на себя ответственность вдохновлять других, вести других, должен их приводить в то место, где они получат в полном объеме духовное питание, вдохновение, защиту, все. Very dangerous. This service of giving initiation very dangerous. Служение, давание посвящения необычайно опасно. Srila Bhakti Rakshak Siddha Maharaj warns, and also our Gurudev has warned so many times. Srila Bhakti Rakshak Siddha Maharaj предупреждал, и наш Гурудев неоднократно об этом предупреждал. That if you want to help others, you should know your limits. Если вы хотите помогать другим, вы должны знать о своих ограничениях. If you have small capital, если у вас маленькая способность, небольшая, you cannot provide big loan. То вы, если у вас небольшой капитал, вы не можете дать взаймы много. You need to be connected with big banker. Yeah. Вам нужно иметь связи с банком, серьезным банком. So if somebody starts giving you praise and worship, oh Krishna Das Prabhu, you are giving me so much money. Yeah. Если кто-то начнет поклоняться, выражать почтение, прославлять вас, говорить, Кришна Дас, ты дал так немного денег. But you know that it is only that you could borrow it from bigger bank. Но ты знаешь, что эти деньги лишь можно получить в банке. That is your adhikar. Then you know your proper position. I couldn't understand first. Suppose, Krishna Das Prabhu, you gave me so much money. If I want some money, I am in need of money, and I ask Krishna Das Prabhu, can you give me 50,000? Например, мне нужны деньги. Я обращаюсь к Кришна и говорю, Кришна Дас, можешь ли мне дать 15,000 долларов? And Krishna Das thinks, I have only 10,000. А Кришна Дас говорит, у меня только 10,000. But I can go to bank and I can take loan. Но я могу пойти в банк и взять взаймы. And then I can give, кредит. But you're not 50,000. И тогда я смогу дать 15,000. So you give me 50,000. И вот ты мне даешь 15,000. And I start glorifying you. Oh, you are so wonderful. How you are helping me. И я начинаю прославлять тебя и говорить, о, ты так прекрасен, так замечательный. And you are thinking, yes, yes, I am so wonderful. И yeah. Начинаешь думать, да, я замечательный. I can help so many. I will just go to bank. Yeah. Я могу помочь столь многим, я могу пойти в банк. But if you think, oh, I could not do, I only took help from the bigger banker. Но правильнее было бы думать о себе. Да я ничего не могу, я лишь просто взял эти деньги в банке. So that way we should always realize, if we are trying to help each other, that where is our connection? If our connection is with Bhagavad Parampara, and we encourage each other to accept their mercy, to follow their teachings, to have faith in their words, their example. This is Guru Pada Ashraya. After that comes initiation. After that comes, yeah, serving Gurudev with so much intimacy. And then comes Satovrite. We have to follow in the footsteps and the example of the previous Acharyas. То есть нужно понять, если у нас есть связь с Бхагавата Парампарой, мы следуем их наставлениям, принимаем их прибежище, то это называется Гуру Падашрай. Лишь после того, как мы приняли у них прибежище полностью, то есть приняли их лидерство, их помощь, следуем им. Вот это называется Гуру Падашрай, принять прибежище у Гуру. Только после этого идет посвящение, то есть человек принимает посвящение, дикша. И после этого начинается служение под их руководством, изучение преданного служения. If we don't apply these essential elements of the process of bhajan, then we are simply creating chaos. И если не принять эти ступени, естественные ступени в развитии бхаджана, то мы своими действиями лишь создадим хаос, беспорядок. And I am receiving. My followers are telling, oh Gurudev, you are our all in all, Gurudev, your lotus feet and your blessings. Yeah. We have to be very careful. If we are not on the level of Uttam Mahabhagavat and we accept worship that is meant for them only, it will cause our downfall. Если какой-то преданный берет на себя ответственность, становится гуру, и он слушает прославление своих учеников и принимает их. Такие прославления, как «О Гурудев, вы Махабхагавата Майшнава, мы склоняемся к вашим лотосным стопам». То есть принимает те прославления, которые предназначены для Махабхагавата Вайшнава, то это прославление для него станет причиной его падения. We put our picture on the altar next to Gurudev.
И такие неразумные преданные разрешают или ставят свои изображения рядом с изображением Махабхагавата Парампары. Gurudev said, I have no problem, I can digest, but if you can digest, I don't think so. Шрила Гурудев сказал, у меня с этим нет проблем, я могу такое принять, переварить буквально, но если вы так поступите, я за вас не ручаюсь. Может, вы думаете, что вы можете, но я за вас не ручаюсь, что у вас будет все хорошо после этого. Okay, good. One time Gurudev wrote letter to sannyasis. They were preaching in Siberia. Однажды Шрила Гурудев получил письмо. Два саньяси проповедовали в Сибири. Very sincere devotees. Очень искренне преданные. Yeah, they were also are initiated by Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami. Они получили посвящение Бхактивинода Свами Прабхупады. They wrote Gurudev, Gurudev, we are in Siberia and so many new persons are coming. И они написали Шрила Гурудеву, Шрила Гурудев, здесь так много новеньких приходит к нам. New persons are coming. Mm-hmm. And they cannot come to India. They have no money. Но у них недостаточно денег, чтобы приехать в Индию. And you will never come to Siberia. А вы никогда не поедете в Сибирь. Because you are reducing your traveling. Потому что вы сократили свои путешествия по всему миру. So we are asking them, can we give them initiation on your behalf? И поэтому they asking you. Yeah, No. Is neophytes asking this too, or they asking this? Саньясис are asking. И тогда эти двое саньясис спрашивают Шрилу Гурудева, могли бы мы им дать посвящение от вашего имени? Gurudev replied to them that if you come on my level, then you can give initiation on my behalf. На что Шрилу Гурудев ответил, когда вы подниметесь до моего уровня, вы сможете давать посвящение от моего имени. But he said you can give initiation on your own behalf. Next. But he said you can give them initiation on your own behalf, not on my behalf, Gurudev said. If you want to give on my behalf, Gurudev said, first you should come to my level. То есть он говорит, чтобы давать от меня посвящение, вы должны быть на моем уровне, а вы можете давать посвящение сейчас только от себя. So he said, but if you want to give them initiation, you can do so on your own behalf. Поэтому если вы собираетесь дать посвящение, то есть вы должны быть честны, что это вы даете посвящение. And you should open your own temples. Вы должны открыть в этом случае свои храмы. And train your own followers. И обучать своих собственных последователей учеников. Yeah. So very important all these things. Это все очень важно. Nothing to worry. For a sincere devotee, Krishna will arrange everything. Но не беспокойтесь о том, что произошло. Почему? Потому что искренним преданным Кришна все устроит. That is why Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj said, "Seva sadaka rupena." We must, in this present body, follow the example of those who are perfect. Поэтому, как Бхактивинода Свами Прабхупада процитировал в комментарии к Упанишадам, "Seva sadaka rupena." В этом своем сегодняшнем обусловленном состоянии мы должны следовать за совершенными вайшнавами. Шрила Гаура Говинда Махарадж, did he ever associate with ladies? Когда-нибудь Шрила Гаура Говинда Махарадж близко общался с женщинами, как саньяси? Never. Никогда. Yeah. He was dead against this. Dead against. Он был смертельно против этого. And what we see nowadays, they are glorifying Srila Gaura Govinda Maharaj and associating with ladies. Но что мы сегодня видим? Они прославляют Шрила Гаура Говинда Свами Махараджа и близко общаются с женщинами. So we should follow Srila Gaura Govinda Maharaj. Мы должны следовать за Гаура Говинда Свами Махараджем. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. За Шрила Бхактивинода Свами Прабхупадой. What to speak? We should accept, Gurudev said, as our Gurudev, Srila Rupa Goswami Pad, Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Diva Goswami Pad, all Goswamis. All our previous acharyas, we can have very intimate relationship with them in our heart. Мы должны принять всю нашу гуру парампару, Рупу Госвами, Санатану Госвами, Дживу Госвами, Шесть Госвами как своих учителей и реально возможно развивать с ними близкие взаимоотношения в нашем сердце, в наших сердцах. Bring these great personalities, especially their teachings, bring them in our hearts. Для этого необходимо принять их наставления, принять в своем сердце. Try to follow their teachings. Стараясь следовать им. And associate with those who have a similar interest. И общаясь с теми,
у кого такой же интерес, такое же желание, then your bhakti will be protected. Тогда ваша бхакти будет защищена. Окей. Стучат. Шрила Гурудев ки дай, Шрила Прабхупад ки дай, Асама девотис ки дай, Ванча калпатарупьясча крипасиндхувейча, Патитанам паванепьо вайшнавепьо намо намаха.